Мы тут как-то отмечали Новый год. Ну, сели за стол проводить старый год, как положено. Сели пораньше, в ноябре еще. Ну, праздник развивался вяло. Выпили по рюмке водки, запили соком, потом повторили. Никаких перспектив. Стагнация. Ну что, решили наоборот. Водку в фужеры, сок по рюмкам. Качественный рывок. Шутка ли, в течение получаса к нам сразу приехала скорая, пожарные и менты. Менты вступили за пожарных, которые бронзбойтами не давали нам забрать у врачей спирт. Но мы забрали и покатило. Женщины отплясывали так, что у соседей снизу из потолка стали вылезать их каблуки. Куда пропала валерьянка, я понял после того, как кошка спела нам мурку. Подыгрывая себе на гитаре. Тут к нам подошла Анжела и попросила отнести своей бабушке пирожки, которая живет тут неподалеку за лесом. И мы пошли, не зная, что от Анжелы бабушки мы несем только пламенный привет. Пирожки мы забыли на кухне. Зашли в лес. Серега шел сзади. Почему-то все время плевался и матерился. Я шел впереди, отгибая и отпуская еловые ветки. Мы шли на юг. Не то, чтобы мы точно шли на юг. Мы, конечно, шли в другие стороны, но на юг мы шли чаще. Короче, если бы за нами шел следопыт, то он бы застрелился. Чтобы выдержать направление, мы шли точно на сосну. В сосновом лесу это лучший ориентир. Захотелось кушать. Я знал, что белки летом прячут орехи. Мы выследили белку, 12 часов пасли ее под сосной, ждали, когда она выдаст ореховый схрон. Все 12 часов белка сидела на ветке и нагло вязала носки. Мы пошли дальше, начали трезветь. Когда у меня из штанов раздался звон, а я не обнаружил в карманах мелочи, я понял, что сильно замерз. В ту ночь было где-то минус 60. Желание пожрать не уменьшалось. Сереге плевком в глаз удалось сбить бурундука. Если бы в военкомате видели, как я обнял Серегу, меня бы ни за что не взяли в армию. На следующий день я учуял запах кабана. 3 часа мы упрямо шли на запах, который постоянно усиливался. Потом я решил идти первым, обогнал Серегу, и запах тут же пропал. В этот же день мы обнаружили помет лося. Посмеялись. Да ладно, мол, до этого не дойдет. Через 3 дня. Хорошо, что мы это место не нашли. Днем 5 января на нас вышла стая волков. Обе стороны проявили друг другу живой гастрономический интерес. Так как нас было 2, а волков штук 15, одна из сторон поспешила дать дёру. Мы с Серёгой пробежали 20 километров, но догнать волков так и не смогли. На следующий день в поисках пищи мы провалились в медвежью берлогу. Медведь спал. Когда он зашевелился, мы как по команде стали петь ему колыбельную. Пели фальшиво.
Медведь поморщился и открыл глаза. В берлоге было двое православных, но первым перекрестился медведь. Втроем мы вылетели из берлоги и разбежались во все четыре стороны. Мы с Серегой на юг, медведь во все остальные. Через пару дней Серега стал вести себя неадекватно. Начал задавать странные вопросы. А ты мог бы обходиться одной рукой? А ты мог бы ходить на одной ноге? Старому Новому году, оборванные, одичавшие, мы все же вышли на федеральную трассу и тут же попали в милицию за нападение на хлебовоз. Как говорил мой дедушка, если выпить рюмку, будет хороший аппетит. Если выпить стаканчик, будет хорошее настроение. Если выпить бутылочку, будет праздник души. А если выпить литр, будет все сразу. И аппетит, и настроение, и праздник души. Но ты этого не вспомнишь. Люди, пейте в меру.